На горячую линию нашего канала от брещанки поступил такой вопрос. Выдала доверенность на продажу жилого дома подруге. Вижу, что не справляется с предоставленными полномочиями и хотела бы ее отменить. Что мне делать? За ответом на этот вопрос мы отправляемся к компетентному специалисту-нотариусу. Вы оформили нотариально удостоверенную доверенность, но спустя время решили ее отменить. Тогда вам снова потребуется помощь компетентного специалиста-нотариуса. Но для начала давайте разберемся, что такое доверенность. Доверенность – это письменное полномочие одного лица на другое лицо для представительства перед третьими лицами. Причин отменить доверенность много, однако доверитель не обязан их озвучивать ни представителю, ни нотариусу, поскольку доверенность – это односторонняя сделка, для прекращения действия которой достаточно воли только того, кто ее выдал. Если вы решили, что хотите отменить доверенность, помните, недостаточно просто забрать у представителя оригинал доверенности. Все равно нужно отменить ее письменно у нотариуса, чтобы избежать споров хотя бы о том, когда прекратились полномочия представителя. Для отмены нотариально удостоверенной доверенности, в том числе в порядке передоверия, доверитель подает заявление любому нотариусу. Заявление подается в двух экземплярах, в которых должны быть отражены данные, позволяющие идентифицировать доверенность, которая будет отменена. То есть должна быть указана фамилия, имя, отчество лица или наименование юридического лица, от имени кого была удостоверена доверенность. Наименование нотариального округа и фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверившего доверенность. Дата регистрации в реестре нотариальных действий и дата удостоверения отмены доверенности. Доверитель должен сам подписать заявление в присутствии нотариуса собственноручно. Далее на таком заявлении нотариус совершает удостоверительную надпись об отмене доверенности. Один экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр хранится в делах нотариуса. Важно знать, что по доверенности, которая прекратила свое действие, совершать действие – это нарушение. Поэтому следует лишний раз проверить, отменена или действует на данный момент нотариально удостоверенная доверенность. Это можно сделать на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Справочная информация», перейдя по ссылке «Проверить доверенность». Отражены следующие сведения. Фамилия, имя, отчество лица – либо наименование юридического лица, от имени кого была удостоверена доверенность, фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверившего доверенность, дата удостоверения доверенности, номер регистрации в реестре для регистрации нотариальных действий. То есть такие сведения не составляют нотариальную тайну. Данная процедура, как составление доверенности, так и ее отмена среди брещан пользуется спросом. В прошлом году была составлена доверенность на продажу автомобиля. В этом году с изменениями нашими семейными решили отменить доверенность и обратиться, соответственно, в компетентные органы, дабы выяснить, как это сделать правильно. Обратилась в нотариальную контору к специалистам, пояснили, сделали по закону и отменили. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.